Отечественные медики, политики, спортсмены активно призывают казахстанцев понять серьезность ситуации с пандемией в мире и позаботиться о своем здоровье. Не остались в стороне и деятели культуры, известные музыканты обратились к соотечественникам с просьбой оставаться дома и на своем примере показали, как проводят время в карантине. Всем приказано сидеть дома. Для меня это удовольствие сидеть дома, потому что я работаю. Желаю всем здоровья и, естественно, благополучия нашей стране. Спасибо. Елім аман болсын. Қазағым аман бол. Будьте здоровы, казахстанцы, не дадим себя сломить и проведем карантин с пользой. Давайте ценить то, что у нас есть, и сохранять спокойствие. Ради нашей Родины, будущего, ради себя, давайте останемся дома, мы вместе и будем здоровы.